Дайте мне покушать! Ой, я ударила его нечаянно! Ты не бей так! Ты его испугала, Катюх! Извини, пожалуйста! А вы мне что-нибудь дадите? Дай что-нибудь! Дай! Не дают! Не дают ничего! Ты их лучше попроси, прям дай! Прям лучше попроси! Пожалуйста, дайте мне что-нибудь, молодой житель этой деревни! Или старый, я не знаю! Эй, он ушел домой! Ой, спать лег! Прям передо мной! Просто ушел и закрыл! Это потому, что ты его надоел. Эта кровать занята. Ладно, не будем его тревожить, выходи. Так вот, вот в чем проблема, ребята. У меня осталось 4 минуты до того, как у меня закончится эффект герой деревни, понимаешь? Понимаю, никаких жителей нет. Мы что, всех убили? О, привет. Иди сюда. Я их спасу. Спасательная операция, Кать. Добывай блоки земли. Быстро, пока они там не потонули. Где? Вот. Вот так, смотри. Вот так. Так. И вот так. Все, пацаны, давайте вылезайте, только не вздумайте падать опять туда внутрь. Давай. Все, давай. О, давай, тикай. Да, мы их спасли. Он пшеницу дал, Не, это случайно она выпала. Это не он дал пшеницу. Вот этот, походу, торгаш или нет? Да! У него скидка. Ой, так вот, что нам подписчики говорили. Он дает нам скидку в 1 изумруд, а здесь дает скидку в 4 изумруда. Ну, то есть, чем больше мы спасаем деревни, тем больше скидки нам жители дают, понимаешь? Понимаю. А еще он знает, что... Как мы каждую серию говорим? Что мы, Кать, каждую серию говорим? Что мы читаем все комментарии. В предыдущей серии многие писали то, что за счет вот этого эффекта герой деревни, потому что мы в предыдущей серии зачистили эту деревню от рейда. Да, там мы... Там была жесть. Там была очень жесть, прям жесткая жестянка. И мы спрашивали, что же нам дает вот этот эффект героя деревни. Многие писали то, что это или скидка у жителей, как мы видим, действительно, они нам предоставили небольшую такую скидку, или же нам сказали то, что маленькие жители этой деревни, то есть дети, они могут нам иногда давать какие-то подарки, прикинь? А где дети? А вот где я дети? Тоже Пойдем не знаю, я почему-то не видел детей в этой деревне, я очень сомневаюсь, что они здесь в принципе есть. А мы вообще с тобой каждый дом облутали или нет? У меня такой вопрос. Нет, не каждый. Не каждый. Тогда нет. Давай быстренько мы с тобой облутаем каждый дом, а потом пойдем дальше искать приключения на задницу. Как тебе такая идея? Я согласна, только у меня все сундуки пустые, потому что ты вперед меня забегаешь и все забираешь. Ну так может ты хотя бы немножко постараешься Я опять слышал котяру. Котяру? Кать, я слышал котяру. Давай приручи. Так я бы с удовольствием приручил котяру, но проблема... Вот котяра на доме! Я бы с удовольствием приручил бы котяру, но проблема в том, что у нас с тобой рыбы нет, и мы никак не можем ее при... Да стой ты, бешеная, сумасшедшая! Да, ты Стой! Ты понимаешь? Бешеный. Он такой же бешеный, как твой Масик в реальной жизни. Стой! Ну на клюковку. Да вряд ли ему клюковка нужна, ему рыба нужна. Да, всё, давай. Что за стереотип? Кошки не едят рыбу. В смысле кошки не едят рыбу? Кошки только рыбу едят. Ну точнее это их лакомство самое. Да стой ты на месте, чупакабра! Давай! Ты с одной стороны, я с другой стороны, давай, окружаем котяру! Да стой ты, собака! Ну в смысле кошка! Не, Кать, без рыбы бесполезно, у меня рыбы вообще нет. Надо пойти половить рыбу, как удочку скрафтить? Я знаю, можешь не продолжать. Слушай, я знаю, как ее крафтить, но проблема в том, что у нас с тобой ресурсов нет, поэтому я пока что ее не могу скрафтить. Сейчас мы добудем и пойдем. А что это за дичь такая, мне интересно? Я могу ее добыть и у нас дома поставить. Кать, знаешь, что нам надо? Я забыл. Это ты или опять рейд начался? Страшно стало. Я забыл, что нам с тобой надо собирать. Нам книжные полки с тобой надо собирать. А я книгу нашла. Ну ты большой молодец, очень большой молодец. Она нужна? Ну да, книги нам нужны, потому что с помощью книжных полок мы потом с тобой сможем сделать дома стол зачарования. Прям на 30 уровень сразу же. Она просто валялась в траве и все. Пускай будет. В этом... Да пропустите! В этом доме что-то есть? В этом доме ничего нет. Кать, а на горе там есть дом? Посмотри, пожалуйста. Сейчас, секундочку, я просто забрала себе акациевый стол. Акациевый. На горе? То есть вот сюда нужно забраться? Ну просто посмотри. Да, там есть какой-то дом. Заберись туда, на вот ту гору, и посмотри, что там внутри дома есть. Вот. Опа! Здесь я на ту гору забираюсь. Катя, арбуз будешь? Да. Арбуз, значит, тоже будешь. Значит, я забираю арбузики. Тут нет никакого дома. Вот дом на горе. А на какой горе?
На той горе, где есть дом. А я не вижу! Ты на какую гору вообще забралась, у меня такой вопрос. Ну вот арбузик собираю, пшеницу собираю на горе. На какой горе? Ну ты что, не видишь что ли? А, вон дом на горе, а я на противоположной горе вообще нахожусь. Я уже понял то, что все в этой жизни приходится делать самому. А что это за блоки такие заманчивые? Блоки заманчивые? Да, блоки заманчивые, прям такие, прям желтенькие такие красивые. Что это вообще за блоки? Желтая глазурованная керамика. Что? Глазурованная в карамели керамика. Вот посмотри, какие блоки я только что добыл. Смотри. Глазурованная керамика. Вау, а ничего, что они красивые, как бы. Ну, как бы я изначально же сказал то, что ничего, что они красивые. Вот это да, кстати, тоже можешь забрать, потому что это полезная штука. Ну, чё ты. Разрешите что? Поинтересоваться, молодая мадмуазель, а что вы делаете? Что вы пытаюсь тут сломать. А, ну вот, молодец. Все, погнали, погнали. Это глина, глина нам не нужна. В общем! Не нужна? Нет, Кать, смотри, что я тебе предлагаю сделать в этой серии. Ты готова слушать? Готова? Да, где? Я уже побежал туда. И беги к колодцу там, где вот этот колокольчик. Ассасин, просто ассасин по всем деревьям, по всем домам перепрыгал. Давай, побежала со мной. Я забираю глазурированную карамель. Да, забирай, давай ее дома построим, ну, поставим. Да, она красивая. Опа, гладкий камень, гладкие кирпичи, гладкий Эдисон, гладкая Катя. В принципе, сойдет и подойдет. Все, побежали в другую сторону. Я тебе предлагаю пока что домой не возвращаться, потому что я уверен, то, что на нашем пути еще встретится очень много крутых данжей и очень много крутых монстров, которые захотят нам задницу надрать. Слушай, мы же в прошлой серии нашли седло, точнее, оно не нашли, оно выпало нам за как подарок. Давай приручим кого-нибудь. Кстати, да, кстати. Ну ты понимаешь, что с этим седлом я могу приручить только одну лошадку? Ну, давай хотя бы одну. Кать! Что? Посмотри туда вперед. Что там? Ты видишь, что там? Какой-то замок опять? Да. Мы не успели отойти от деревни, как мы с тобой сразу же нашли еще один новый данж. Данж? Да. Данж ты, нужно то, лутать! Только не спеши, пожалуйста, не спеши, пожалуйста, потому что в этом данже динамиты. Если ты ступишь не туда, куда надо, если ты наступишь не на те блоки, то все взлетит к чертовой бабушке на воздух. Поэтому, пожалуйста, аккуратно. И я тебя даже не думал сейчас троллить. Хорошо? Хорошо. Нам данж, везет лутать, на данже. Данж, лутать. Сюда, 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 вниз. Куда ты побежала, Кать? Вот, я здесь. Иди сюда. Аккуратно, молодая женщина, пожалуйста, очень аккуратно. И ничего не ломай, ни один блок не ломай, я тебя прошу. Если ты сейчас все испортишь... Так, потихонечку, 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 потихонечку. Ты что делаешь? Падай, иди сюда, иди сюда. Подожди. Падай вниз, только, пожалуйста, не наступи на вот эту каменную плиту. Я тебя прошу всем своим сердцем. На каменную плиту не наступай, потому что там снизу динамит. Если ты наступишь, то все взлетит на воздух. Подожди, так если я сейчас упаду, я разобьюсь. Ты не, смотри. Ага, ладно. Только не... А хотя я же могу ее сломать, точно. Давай, прыгай сюда! Ядрить меня просто в левое ухо. Изумруд, еще один изумруд, хорошо. Опа, Кать! Чародейские книги. Да, чародейские книги, я нашел нить, поэтому краски сейчас мы с тобой сделаем удочку. В принципе, ты хотела, чтобы мы сделали удочку и наловили рыбку. Железная конская броня и седло, у нас два седла! Два седла? У меня в руках седло, у нас будет две лошадки, Эля, какие, Катюха, тогда мы с тобой прямо сейчас отправляемся на поиски лошадок, ты как? Да, согласна. Давай, забираем все, что здесь есть, но только то, нитки что полезное. Нужны? Нитки нужны. Оставь пока что там. Чародейские книги забрал? Да, я все забираю, так, чистую карту я оставляю, и в принципе все. Подожди, сейчас тогда я вывожу, что мне не нужно. Давай. Видишь, что там снизу? Опа, понятно. Видишь? Эй-эй. Ты чё, меня пугаешь? Он же просто так не взрывается. Ты чё, уже обкакунилась? Чтобы его взорвать, нужна зажигалка или лава. У меня нет ни одного, ни другого, поэтому вообще никак. Ну ладно. Хотя я бы сейчас что-то придумал на всякий случай, чтобы просто тебе показать, как это работает.
Подожди, а меня достать! Мне тоже нужно выстроиться! Кто сказал? Я сказал! Неправда. Я чувствую то, что все подписчики прямо сейчас пишут в комментах: Едисан, почисти себе, пожалуйста, инвентарь, а то ты опять ходишь как бомжелыга какая-то. Ну, как бы мне нужно добраться домой, и дома я все почищу, обещаю. Ну или не обещаю, там уже тут посмотрим. Вы знаете то, что я люблю ходить с полным инвентарем. Вот, да будем с тобой качать шалкер-боксы. Знаешь, что такое шалкер-боксы? Да, знаю. Опа, ты знаешь, что такое шалкер-боксы? Откуда? Да. Что? Это такие сундучки, которые можно брать с собой. Неплохо, неплохо. Ну так вот, мы с тобой добудем шалкер-боксы, и после этого мы сможем туда складывать все ресурсы. В общем, смотри, Катюх, я тебе предлагаю или отправиться дальше, или отправиться домой, а вот дома мы с тобой уже сможем переручить лошадку. Давай, давай, я хочу домой лошадок. Значит, давай потопали в ту сторону, откуда мы с тобой прибежали, садимся на наши лодочки и топаем до дому. Спим там, выкладываем все вот эти, вот этот весь хлам, который у нас сейчас в инвентаре находится, и приручаем или лошадку. И, кстати, Катюх, мы с тобой еще можем прямо сейчас добыть рыбку и потом приручить... Котенка! Живодерка! Ты что, кролика убила? Ну, а что? Ну что ты там стоишь? Пойдем. Облака, белогривые лошадки, приручим. Мы сейчас на них будем кататься. Подожди. Облака. Для того, чтобы их приручить, сначала надо их хотя бы как-то найти. А в пустыне вряд ли они обитают, как я знаю. Поэтому сейчас мы с тобой топаем до дому. И знаешь, что подписчики написали еще в предыдущей серии? То, что мы с тобой слепошары и мартышки. Садись. Подожди, садись. Я думаю, какую выбрать. Мою. Зачем на двух разных ехать, если можно на одной поехать? Ой. Это, кстати, все осталось в предыдущей серии. Вот как раз, как я сказал, в предыдущей серии мы каждый раз от нашего дома добирались на этот остров для того, чтобы закончить рейд. И вот как мы надобирались, то что здесь оставили примерно 5-6 лодочек. Ну а пока мы плывем до нашего дома, ты можешь посмотреть предыдущую серию. Там была жесть просто. Мы убивали какого-то гиппопотама. Гиппопотама мы убивали, кстати, да, вот она. Прямо сейчас подсказочка, тыкни на нее обязательно, потому что в предыдущей серии, извините, шо я обосрался, шо Катя обосралась, потому что перед нами заспавнился реально какой-то гиппопотам, и я с Катей первый раз в жизни его вообще увидел. Поэтому это было страшно, очень страшно. Кать, смотри под ноги, смотри водичку, возможно, там где-то будет еще один затонувший корабль. А, кстати, это не он случайно, или мы его уже с тобой лутали? Вот смотри, там что-то, там что-то есть. Там кто-то есть, да, я видела. Не кто-то, а что-то. Давай спрыгнем. Вот, подожди, давай я спрыгну, я проверю, хорошо? Не, с ней бесполезно разговаривать. Я говорю, давай я спрыгну, я проверю, она сразу же на ходу выпрыгивает, ладно? О, стой, 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 куда ты поплыла? Это корабль. Это корабль. Это корабль. Это корабль. Это огромный корабль. Это огромный корабль, и на нем есть книга. Книга есть, перо тоже есть. Еще одна карта клада, да у меня уже полный инвентарь, я не знаю, что выбрасывать. Спускайся, спускайся, там безопасно. Ну как безопасно, учитывая то, что как бы корабль находится на глубине метров так 30. Не очень-то это и безопасно на самом деле. Тут один сундук или есть еще? А, я не знаю, я нашел еще один. Опа, железячка есть. И походу здесь еще один будет где-то сундук, только я его не могу найти. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. А загадочный рагу, как загадочный, чтоб не выбросить, чтоб не выбросить, чтоб не выбросить. Да что хочешь, подожди. Там была какая-то броня кожаная, она прям такая зачарованная была. Она нам нужна или нет? Бери все. Да зачем нам, кожаная броня? Все, давай, садись. Садись. Я нашел еще один клад с сокровищем. Опа, он находится, я не знаю, в какой стороне, походу вот в той стороне. Мы можем отправиться за кладом или сначала можем отправиться домой? Давай домой сначала. Да сначала домой, потому что нету у меня вообще свободного места. Подожди. Вообще. Меня или сейчас очень сильно плющит, или там что-то виднеется. Фу, ой. Меня реально плющит. Я думал, то, что это домик жителя был, это просто дерево. Да, мне походу больше спать надо в этой жизни. А ты знаешь, в прошлой серии, когда я заспавнивалась дома, когда меня убили, там был этот самый утопленник с трезубцем. Чё ты врешь? Серьезно, он прям вышел, но он не вышел, он был прям на берегу, он меня убил, я снова там сдохла. Утопленник с трезубцем? Да, отвечаю. Ты обманываешь. Я правду тебе говорю, иначе как я по-твоему знаю, что такое утопленник с трезубцем? У него была такая вилка в руках прям.
Ну, утопленник с трезубцем — это очень редкая штука. Я очень сильно сомневаюсь, что мы когда-то сможем ее выпить. Хотя когда-то да сможем, но не в этой жизни, наверное. 18 изумруда у нас есть с тобой, Кань. Прикинь. Так, а где сундуки? Я потерялась. А вот там склад у нас есть снизу, а вот здесь самые главные сундуки, вот сейчас, где я нахожусь. Вот это наша спальня с тобой. Это сюда. Ля, ну реально, просто дом преображается. С каждой серией все больше и больше. Нам бы еду пережарить, а то у меня очень много сырой. Давай запихивай все в печку. Главное, возьми с собой седок. Слушай, а мне крафтить удочку? Давай я сразу две удочки скрафчу. Тебе да, и мне. Да, давай. Себе и мне скрафчу. Вот. Так, и вот так. Две удочки у меня есть, шикарно. Мы сейчас или идем искать сокровища, или идем приручать лошадку. Может, все же пойдем лошадку сначала приручим? Так, смотри, мы же можем с тобой, пока и ищем сокровища, найти лошадку. Ну, ты понимаешь, что сокровища мы с тобой ищем в океане. Я очень сильно сомневаюсь, что в океане есть морские лошадки. А, ну ты прав, ты прав. Ну тогда пойдем быстренько поищем лошадок, и на лошадках пойдем искать сокровища. Да как ты на лошадках пойдешь искать сокровища, если тебе надо плыть по реке? Да ебаться ты! Ты Дуримонда, ответь мне, пожалуйста. Все, пойдем лошадок искать. Пойдем, только давай вместе держаться, ты не в ту сторону бежишь, Кать! Вот сюда давай! Ты знаешь, что нужно в ту сторону бежать. А, ну, вот просто я так решил, я так догадался, то, что сюда надо бежать. Давай, потопали. Подожди, Екатерина Екатеринская! Так лошадок надо кормить яблоком, чтобы приручить, а яблок у нас с тобой вообще нет никаких. А как? Понимаешь? Подожди. Так может мы сначала... Кать! Собака. Собака. Может, мы сначала собачку приручим, а потом уже лошадок? Или сначала блин, лошадок? Блин, у меня косточки выложила. Я тоже косточки все выложил. Давай иди беги за косточкой, я съесть. Так, ты бегай за ней и попробуй не потерять с поля зрения. Я сейчас сразу же вернусь. Так, сейчас собака, на. Ой, не на, а в смысле, так, вот стой здесь. Верный театр со своими вот этими загадочными зарагу, зельями всякой маминой стряпнёй каждый раз отравляюсь. Кто там пищит у меня? Давай, быстрей. Ты его там я еще её... не потеряла? Нет, бегу рядом с ним. Ты там же, где мы его нашли, да? Да, держу. Я уже сейчас буду, быстренько сейчас прибегу, подожди. Держи его за хвост и не отпускай, я тебя вижу! Собака, побежал! Подожди, я уже здесь, собачка! Ап. Ура! У нас есть собака! А я предлагаю назвать его... Чебурак. Кто? Чебурак. Чебурак? Чебурек и Чебурашка в одном имени. Ну слушай, смотря ему в морду, вот прям реально кажется то, что его зовут Чебурак. Ну вылитый Чебурак. Чебурак! Он твой, да? Он твой, не мой, да? Нет, он как бы наш. Он наш, Кать. То есть он с нами будет ходить теперь? Он с нами будет ходить. Нет, как бы он за мной будет ходить, потому что, ну, как бы я главный в семье, да? Но он твой тоже, ты его можешь там тоже гладить, когда хочешь. Угу, понятно. Ну, погладь его. Не-не-не. Его гладить так же надо, как здороваться с големом. Я знаю, он меня загрызет. Он тебе не загрызет, он мой. Так, Чебурак, сидеть, погладь его. Не надо, я не хочу умирать. Эти шутки со мной не играют. Все, я погладила его. Хороший. Ты не... Нажми левую кнопку мышки, пожалуйста. Я сейчас тебя левой кнопкой нажму. Я тебе говорю, в новой версии Майнкрафта ввели такое правило, то что питомцы не могут атаковать друг друга. Вот смотри, если я его ударю, он же меня не будет бить. Видишь, он так же твой, как и мой. Потому что твой хозяин. Так ты со мной в пати находишься, ты живешь со мной в одном доме, он тебя тоже бить не будет. Я же это сделаю? Пожалуйста, и что я тебе сказала, он меня ударил. Чебурак, фас, откуси ей задницу! Я ненавижу это все, просто капец. Ну зачем ты так со мной поступаешь? Рыба, да пойдем рыбу словим, я... Ну все, до свидания, убивай меня, конечно, убивай. Чебурак, отбой, все, Чебурак. А, так, давай я тебе посвящу в то, кто это такая. Это твоя мама. Я твой папа, это твоя мама. Ее не надо бить. Чебурак, не надо ее бить. Да. Да Чебурак, да шо ж ты... Все, Катя пошла на дно. Ну ты маму напугала, Чебурак, но она тебя просто погладить хотела. Иди сюда, непослушная псина, иди сюда. Пока Чебурак там моет себе хвостик, пока Чебурак куда уплыла. Ого, я тут что-то нашла. Что ты свою смерть там, да, нашла, как я понимаю?
Слушай, дай мне, пожалуйста, удочку, я хочу рыбку, чтобы если я встречу кота, я его бы приручила себе. У тебя будет собака, у меня будет котик. Слушай, это замечательная идея. То есть я не буду тогда приручать кота, я приручил собаку, а ты приручишь котика. Ты будешь сильной независимой женщиной, у тебя дома будет обитать 15 котиков, а я буду сильным независимым мужчиной с этим чебуреком. Собакой. Всё, ты где? Сейчас, подожди. Опа, словил еще одну рыбочку, потопали чебурак. Пять! 360 млж на усколб! Да ты чё, с ума сошел? Я не знаю, он слишком... Да успокойся ты, ядрить тебя! На, покушай. На косточку. Не надо ее бить, твоя хозяйка, понимаешь? Она твоя хозяйка. Только посмей ее укусить еще. А все, он обиделся, походу. Держи, Катюх, держи удочку одну и держи рыбку, которую я только что словил. Потом спасибо будешь большое. Кормить котика и приручишь себе котяшку. Как ты ей назовешь своего будущего кота? Знаешь, когда я его увижу, я сразу пойму. Ловись, рыбка, большая и маленькая. И за плавничок, и за хребеток, и за яйца. Тише, нельзя говорить громко, когда рыбу ловишь, иначе спугнешь. Давай, тащи! Ничего а как правильно удочку вытаскивать? Правой кнопкой мышки. Да ты, кто там умирает? Чебурак, нет! Ты где? Ты дурак, иди сюда, он тонет там, чебурак! Ты дурачок, давай. Чебурак. Не, ему 100% нужно простроить какую-то дорожку, потому что он помирает. Он не может залезть туда. Сейчас, подожди. Но проблема в том, что ночью тогда к нам могут и зомбари забираться по вот этой дорожке. Мы будем постоянно так делать, значит. Иди сюда, чебурак. Пошли. Да Дримон, до кого я построил дорожку, иди по дорожке. Вот, молодец. Все, хороший песик. Я тебе, Катюх, предлагаю закрыться у нас дома. А ты, чебурак, охраняй. Вот сиди здесь и охраняй. Пошли к нам домой, Катюх. Отлично. А потом Еще раз. Давай. А потом закладом пойдем? Да, потом пойдем закладом. Давай. Ну все, спокойной ночи. Вот, ты первый человек, который так сильно воды испугался. Спокойной ночи. Так, ну все, мы поспали, мы проснулись, и на этом, наверное, надо уже заканчивать. Только это, подписаться не забудь, чтобы новую серию не пропустить. Я прослежу. Она преследит, а серии на моем канале выходят каждый день. Подпишись, чтобы не пропускать новые видосики. Я и Екатерина, и Чебурак. Горим тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем па! Котипочечки, мусипусечки, куплю-люди, тетечки, тетю, какой полюси, полюси. А я все видел. Ничего ты не видел. Я все видел. Чебурак, она тебя не обижала? Он говорит, обижала.